Итак, вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Mass Effect под номером 1. Мы остановились вот на вот этом вот странном моменте. Мы куда-то спускаемся прям в какой-то кишке, я не знаю. Туалетный слив, это что это, я не знаю. Но больше похоже, на самом деле, на шлюз. И который... Даже нет, вру, какой шлюз, господи. Этот туннель, по-моему... Это чё было вообще? Что-то как-то... Подождите, я хочу вот это взять. Почему у меня оружие не меняется? В общем, это больше похоже на какие-то раскопки. И, по-моему, мы все-таки пришли куда надо. Ядрить ты колотить. Я же сказала, поменяй оружие. Уже и так сказала. Так, это плохо. Умрешь? Отлично. Гнидодоиды. Так, надо с автоматической, мне кажется, разбираться винтовочкой. Потому что она у меня не прокачана, что-то вообще. Так, это стоп, это дробовик, где автоматическая? Успа, она у меня то на третий, то на второй. Как-то через раз. Хорошо, тихо. Да? Прицел такой точный. Просто обалдеть. Ладно, встали, пошли. Аккуратненько. По-моему, мы все-таки идем куда надо. В плане Ляра Тисони. Так, тихо. Лифт вижу. Мне это напоминает, честно говоря, Doom 3. Вот, как бы окружение сами вот эти. Как ты это поняла? Слишком свежая обвала или... О, опять лифт, господи. Надо менять броню. Я не могу на нее смотреть. Это корова, реально корова. Хоть бы зелененькое сделали. Вот это я, конечно, понимаю, что это как бы военный камуфляж, типа того, потому что вон пятнышки. Но если бы было зеленое, было бы понятнее. Но когда белое... Даже ниндзя не носят черную одежду. Если кто-то, кстати, не в курсе, если кто-то думает, что ниндзя черные вот такие вот костюмчики носят, ни черта подобного. Они носят темно-коричневые, темно-синие, серые. А черные не носят, потому что черные... Это бред, по-моему. Так. Нет, это не вариант. Так вот. В общем, черные обмундирования они не носят, потому что черный цвет, в принципе, он неприродный, да? Он в природе не встречается. Потому что трава зеленая, там земля грязная, там земля грязно-коричневая, там еще какая-то. Черного цвета, в принципе, нет, он сильно выделяется. Даже ночью черный выделяется, поэтому есть темно-синее, как бы обмундирование или серое. Вот. Плохо. Странно спрыгнула. Ну пойдем. Ты ведешь, я следую. Конечно. Кто бы сомневался. О! Где? О! Ляра! Доктор Тисони? Лиара Тисони, I presume? Thank the goddess. I did not think anyone would come looking for me. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benicia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. But
just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something. Так ты говорила. I was trapped in here. You must get me out, please. We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Кроган. С гетами. Вообще необычно. Интересно, сколько она там провела? Потому что, извините, кушать и в туалет ходить, нет? Или это все замораживается, как в стазисе? Но это вряд ли, потому что говорить-то она может. Так, мне вот это не нравится. Я вижу врага. Ребята, работайте. Что-то я не то делаю вообще. Ладно. Стоп. Так, вот это вот, пожалуйста, убей меня. Чё, это плохо. Иди нафиг. Так. Так, так, так. Хорошо. О! Тихо! Тихо! Ракс, не умирай, пожалуйста. О, новый уровень. Хорошо. Это очень хорошо. Так. Снижать получаемый урон на 16 позволяет. Киюшки. И что у нас? Снайперские пистолеты. Физиоподготовочка, господи, наконец-то. Снимем отсюда. Хорошо. Так, что у нас там по оружию? Да, подождите. А, о, хорошо, Мститель 2, отлично. А, так, дробовик. Что у нас тут? Ух ты, ёкаламане. Влащение тепла. А, нет, это плохо. Поглощает Россию теплом. Радиатор пускай тогда будет здесь. Так, на пистолетике у нас что есть? У нас вот это стоит, по-моему, да? Давайте ставься. А, так, так, так. Это все одно и то же, да? А, нет, крупнокалиберный. А, ну да, одинаковый. Так, боевой датчик. Нет, не хочу. Чё по патронам? Во, фазные проникновения. А, нет, стоп, подождите. Минус 30 урона, это плохо. Вот, вот это вот хорошая штука. По-моему, она у нас и была, конечно, но... Так, крупный калибр... Что тут, два обнаружения? 12 урон. Ладно, допустим. Плюс 20 органическим, это плохо. Химические. Огневая мощь. Молот 2. Черт. Молот 2 и молот 2. А, у нас 2 молота, да? Хорошо. Допустим. Ядерная граната. Пускай будет ядерная. Так. Тут ничего. Тут. Тут что? Сопротивляясь токсинам. Восстанавливает здоровье. Так, 40 с токсином. Амортизаторы, физический предел. Он плюс 40 щит. 45 щиты, прочность. Батарея щита. Опять щиты. Давайте пока что щит поставим. А что тут еще есть? Все, да? Ой, что я сделала, господи. Что? Токсином 50, щиты 45. Так, Урдон Трекс. Чтоб тебе поставить. Давай сопротивление токсинам. Я не знаю, конечно, нафига это нам это надо. Да зачем тогда ставлю? Давай физический предел, пускай у тебя будет. А, Телезора.
круши. Пускай такое будет. Так, что у тебя? Боевой датчик. Тут. Органическим противником. О, вот огневая мощь. Тут штурмовая винтовочка. Вот это стоит, пускай. И здесь у нас 20 огневая мощь. Подожди-ка. Как-то много времени занимает, а? Ей-богу. Давай, ладно, вот это. А-на-на-на-на-на-на. Давай фазные патроны. Тут пусто, прекрасно. Так, тебе мы все поставили вроде, да. Так, они еще есть, враги чертовы? Помехи пустили нам. Подонки. Так, сохранять нам не дают. Значит, враг где-то там тусуется. Ну и где-то. Подонок. Где ты? Я вижу только вот эту хрень. Которая почему-то... А, ввести код. А, подожди-ка. Биты не все противники. Где ты видишь? Ага, все, вижу, теперь вижу. Во-первых, я хочу вот это сделать. А-а-а! Фак, у него снайпер, чертов. Блин. Даже выглянуть не дал. Ой, блин, а где же последнее сохранение-то было? Только не говорите, что совсем далеко. Пожалуйста. Прям где мы? Мы стали-то уже говорили, нет? По-моему, нет. Печалька. Блин. Блин. Вон она. Черт. Фак. Ладно, будем почаще сохраняться, что-то я как-то совсем забыла. Я просто так привыкла уже. В последующих частях там... Как-то там проще. Там как-то так не рвут. Ну, ладно, мы там большие, толстые, опытные, видимо, действительно. А тут как-то совсем печалька. Ну ладно, ладно, я во второй части отыграюсь. Ващ! Нельзя высовываться, я уж поняла. Но... Ой, подождите. Что-то как-то побошечка. Господи. Ну давайте, давайте, убивайте. Господи, ради бога. Ой, что я стреляю? Смотри, не туда главное. Так, вон она. Где она? Господи, я не помню. Черт. Ладно. А, на меня, кстати, там кто-то ругался в первой серии. То, что... А, ты такой бога проходишь Mass Effect... Что-то там предысторию не рассказала. Что-то там еще не рассказала. Блин, люди, какая предыстория? Вы о чем вообще? Сделайте вид, что вы играете первый раз вместе со мной. Кто вам расскажет? Все, что вы узнаете по ходу игры. Какая нафиг предыстория? Ляра какая-то странная. Are you okay? What happened? This thing I'm in is a Prothean security device. Да-да-да, мы попробуем освободить. It's a Prothean. When I turned it on, I must have hit something. We'll find some way to help. There is a control. That's the... Хорошо, все отлично. Сохраняемся, идем. Значит так, ребят, давайте-ка. Да, вот. Давай, вот иди сюда. И ты иди сюда. Вот стреляйте оттуда, короче, вдвоем, а я здесь поторчу. Пожалуй. Ох, черт, я промазала, что ли? Да ладно. На-на-на-на-на, не попадешь. Ох, фак-фак-фак-фак. Раз. Так, господи, как ты дергаешься, блин, прицел!
Я попала? Удивительно. Потому что я не помню, честно говоря, чтобы я попадала. Так, давайте тогда повысим уровень. Физиоподготовка. Сохраняем? Нет, не дают. А, там вот этот один гад, да? Снайпер. Вот там вот прям где-то. Сейчас потихоньку. А, вон он. Подонок. Где ты, тварь? Все? Все. Нет? Да ладно. Все, clear, давай. Можно сохраниться. Все, на этот раз все. На этот раз все хорошо. Я же забыла, я же разведчик, я же не штурмовик. Я постоянно по привычке пихаюсь вперед. А мне надо назад. Ну ладно, ладно. Я думаю... Оу. Видите код отмены. А, вот зелененький. Нет, понятно. Так, раз. Нет, раз. Два. Да ядрит колотить. Нет. Понятно. Ага. Давай, давай, левая. Нет, черт. Господи, я не помню. А-а-а! Хреново из меня взломщик. Что-то мне не нравится то, что я сделал. Меня терзают смутные сомнения. Что нам надо туда? Ой, что-то мне тут вообще все не нравится. Как-то это... Как-то это плохо. Да? Это мы ее опускаем? Или... А, нет, мы поднимаемся. Отлично. Ляра... А, вот Ляра. Так, ты жива? Ну, наверное, так же, как и ты. Мы blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Not so fast, Shepard. You sure she's on our side? Her mother's working with Saren. I am not my mother. I don't know why Benezia joined Saren. I don't want anything to do with that Turian bastard. Кстати, очень любопытно. Она мать почему-то называет по имени. If she was with Saren, the Geth wouldn't be trying to kill her. Да, логично. Хотя, может, другие геты? Их же много все-таки. Живая, живая моя хорошая. Any idea how we get out of this place? Так же, как и вошли. There's an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on. I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit? But I don't know... Что-то происходит. Не очень хорошее, как всегда. These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. Спокойно так отошла. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, commander. Secure and away. ETA 8 minutes. 8 минут. Вы стебетесь? He needs to move faster. If I die in here, I'll kill him. Оригинально. Если я тут умру, я убью его. Сохраниться бы? Нет, не дают. Так, ребят, быстрее. Интересно, нам все-таки придется на время бежать или нет? По идее, да. Мы сейчас поднимемся и будем лететь просто, да? Я так понимаю. Опачки. Это вообще что-то... О, Кроган, кстати говоря, да. Надо его убить, видимо, будет на время. Это гад. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Had the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants.
А не пошел бы он? Стоп. Так, знаешь что, хороший мой? А что-то не дают использовать. Из-за помех, что ли, добыть не может? Это же бред вообще. Так, сюда. Прячемся. Ух. Чихо, 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 чихо. Это что такое? Ребята! Спасайте! Ой, это было больно. Что произошло, вообще не поняла. Кто ничего-нибудь понял? Я нет. Что-то это было... странно. Ладно, ладно, давай. Черт, почему не дают сохраниться-то, а? Каждый раз смотреть вот эти вот диалоги как-то не очень весело. Ла-ра-ра-ра-ра, давай. Черт, а как же тогда? Ладно, сейчас разберемся. Господи, где наш не валялась, правда? Хорошо, здесь бы сделали быстрое сохранение. Неужели так сложно было? Походник-то какой. Это такая, видели, подпрыгнула такая. Та-ра-та-та. Ну, дайте мне пропустить диалог, пожалуйста. Убить этого урода. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarant. Thanks for getting rid of this. Whatever it is you want, she'll stay with us. Not an option. Kill her. Так, стоп. А, вот, теперь можно использовать. До этого не давали. Так, во-первых, я хочу перегрузочку на тебя. Перегрузочку на тебя. И бойню на тебя. А, это бойня у нас теперь... Это с патронами, да, что-то связано? Ладно. Надо куда-то сныкаться. Ух! Чё-то кто-то мне больно делает. А-а-а, пустите меня. Да почему я не могу бежать? Нет. А, нет. Да пошли все. Значит, так, что происходит? Я вижу вот эту... Так, вот эта мышь. Так, это усиление щита. Атакуйте вот эту гадость, пожалуйста. Происходит вообще? Почему так медленно двигаемся? И бежать не можем. Так, бери, не знаю, автоматическую винтовку и вали. О, бабошечка, бабошечка, бабошечка. А, лечись, Алекс, не умирай. Это он, по-моему, что-то делает, да? Ух ты, ядрит, ты как-то вовремя сюда пришел. Атакуйте его, ребят, пожалуйста. Нет, 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 пожалуйста. Сейчас убьют, просто сейчас убьют. И нам даже не подлечиться. Фак, сейчас убьют. Блин, да что ж так? Ух ты, еще и текстуры пропали, и мы полетели куда-то вниз далеко. Стой. Блин, а почти получилось. Говнище какое, а? Ага, я не хочу опять идти. Да, давай. Сейчас попробуем другие варианты ответа, просто чисто ради любопытства. Ай. Ну это как-то меня начинает расстраивать, если честно, потому что он там какую-то пушку, не знаю, которая влияет. Может, это на гравитацию влияет на спорт. Земле-то приплюскивает, и поэтому мы не можем двигаться нормально. Сбросьте мне, пожалуйста, заставку. Я устала уже ее смотреть. Где-то такие разноцветные, и этот желтый. О, господи. Не бить этого урода. Вот именно. Вот, все, так будет коротко. Так, я хочу вот на тебя еще, пожалуй, деформацию. Вот все на тебя сейчас наложим. Гад. Так, надо куда-то заныкаться, чтобы нас не убили банально. Так. Во. Нас кто-то стреляет, или мне кажется? Усиление щита. Да ядрит!
Вообще, я начинаю с ума сходить, если честно. Мне это уже раздражать начинает. Мне больше всего бесит не то, что... То, что нам не дают контрольную точку, хотя бы сначала бой бы дали. Это же невозможно каждый раз смотреть эти заставки, я же дурею. Давай, быстрее уж что-нибудь отвечай, и все, и пошли. Еще этот лифт! О, господи, хорошо, что они в будущих частях от этого избавились. Вот от этого всего. Потому что это кошмар. Хоть бы сохранение дали, я не знаю. Сохранение мне дайте. В начале боя, черт возьми, сохранение. Давай уж быстрее. Да, 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 давай. Давай, давай. Так. Сохраниться нам не дают. Прекрасно. То где-то они найдены были. Уже вроде все собирали. Так, ладно, 45 щиты. Сейчас, так. Прочность. 45 щиты. А что за крушащий? Физическую силу бойца позволяет сильно дорогать. Ага, сейчас. Сопротивление токсинам. Может, он нас токсинами травит, а? Не, давайте-ка мы 45 щиты на этот раз поставим. Или он у нас и был. В общем, не важно. Плюс 12 урон, уровень обнаружения. Пистолетик. Снайперка, что тут? Так, ладно. Ой. Как мне все это надоело, ей-богу. О, кстати, да. Может его, по-моему. Все, не считаю. Иммунитет и улучшит защиту. Черт, стоп, нет. Вот. Увеличит защиту вашей брони, снижает, да. Ой. Все, нам сейчас главное не погибнуть, потому что все это перенастраивать, я дурею. Круган, воитель. Увеличивает защиту вашей брони. Так, включаем это поглощающее поле. На него, пожалуйста. И деформацию на него же. А я, пожалуй, возьму. Побежали, побежали. Стоп, что-то плохо все, да? Так, стоп. Умрешь ты, нет? Ёпла-ла-ла-ла-не. Так, один готов. Ребята, сейчас меня убьют. Спасайте. Да что ж ты умираешь-то? Так, надо валить. Надо валить. Ай-яй-яй. Ну, к черту вас всех. Да, это наши, господи, я уже все. Так, отвлечемся. Так, черт. Вот этого валите, вот этого красненького. Он плохой. А этот что не умирает? Все, так, стоп. Сзади никого? Ладно, хорошо, справляемся. Так, вот этого, пожалуйста. А, они умерли все. Класс! Дащ! Нет. Сейчас. Классно! Нет, 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 нет. Что, лечитесь, что ли? Я не знаю, что-нибудь. Тем, эти враги, черт. Ладно, стой. У! Нет, хорошо. Все, один готов. Хорошо, остался этот. Ух, вот этот гад, да, именно вот он. Нет, нет, нет. Шепард. А чё такое-то? Нет! Нет, лечись, ради бога. Ой, чёрт, он там каким-то оружием прям хорошим валит. Слушайте, я, кажется, всё понимаю, ребят, ну может вы оживёте, а? Может, бошечка совсем.
Фак. Сейчас убьют. Он там стоит, я надеюсь. Не, сейчас убьют. Просто какие-то. Ну, там каким-то паром у нас. Гнида. Он стоит хоть на месте, слава богу. Надо лечиться срочно. Нет, только не паром. А как этих-то вылечить, я не знаю. Слушайте, это... Нет, это не дело. Блин, это печалька. Усиление щита. Так, тихо. А почему их нельзя вылечить никак? Так, сейчас. Надо сохраниться. Нет, не дают. Тебе как-нибудь скинуть можно? Лови, гад. Улетела гранатка далеко. А, нет, это фигня. Господи, тихо, подлечились. Нет, ребят. Может, как-нибудь аккуратно. Аккуратно, чтобы он в нас не попадал. О, хорошо, смотрите-ка. Сейчас подождем, аккуратненько. Давай, умри, пожалуйста, а? Я не хочу. Вот что желание не переделывать все настройки, да, делать с человеком. Он сейчас нас принакроет, я чувствую. О, нет, умри, пожалуйста, а? Спас. Нет, умирай. Умирай, черт тебе дери. А чё он возрождается? Умри, козел. Все, боже мой. Ура. Фу, это было сложно. Опять сейчас видения какие-нибудь, да? Блин, жесть. Беги, Шепард. Лиара. Что-то мне не нравится, что она там в конце бежит. Бегите быстрее. Давай, вперед. Фу, кажись, выбрались. Фу, это было жестко. Ну, действительно жестко. Первая часть такая сложная, оказывается. С этими нюансами, со всеми оружиями. Ой, кошмар. Видимо, поэтому, как бы, вот уже писали там в комментариях, даже под видео, то, что показалось скучно. Первая часть. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. Наверстаешь. I'm grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. 50 лет? Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part.
According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge. Patterns that hint at the truth. Странно, 50 лет так долго, но... It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Как, в общем-то, и мы сейчас делаем, да? The mass relays and the citadel are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. Ну ладно. They were wiped out by a race of sentient machines, the Reapers. Жнецы. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions? Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. Ну еще бы. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. This isn't helping us find Saren, or the Conduit. Oh, как всегда влез. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the Conduit, or Saren. И тем не менее. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. Так это плохо. When was the last time you ate or slept? Да-да-да, вот я про то. Chalkwasher, take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time. Выглядит она правда не очень хорошо. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Go see the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Давайте советом перетрем. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean. А вот странно, почему она... Was that really necessary, Shepard? Почему она не это самое... Отключить связь. Почему она не принимает участие как бы вот во всех этих разговорах? Она же как бы матриарх, тоже член, да, совета, я так, как я помню. Так. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Ну, еще бы. Все, давайте на этом завершим. Ура, сохранение.
завершим данную серию. Я надеюсь, вам понравилось. Мы немножечко помучились, но, по крайней мере, все хорошо. По-моему, с третьей, да, с четвертой попытки, когда мы ее там убили. В общем, не важно. Серия получилась пухленькой, но, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей. С вами была Сэвен. Всего хорошего.